Проезд по подмосковному участку платной трассы М-11, которую еще называют Новой Ленинградкой, с сегодняшнего дня стал дешевле. На треть на всем протяжении дороги от столицы до Солнечногорска. Например, стоимость маршрута Москва-Малое Бетонное кольцо теперь не превышает 350 рублей. На 100 меньше. Вот как это отразилось на потоке автомобилей. Свежие кадры с платной трассы. Машин по-прежнему мало. И со старой Ленинградки. Может быть, первый день не показательный. Напомню, изначальные расценки вызвали шквал критики. Ставшее дорогим платное шоссе опустело, а на альтернативной трассе вновь образовались пробки. О том, что стоимость проезда неадекватна, заявил Владимир Путин, необоснованными сочла тарифы и Генеральная прокуратура. Добавлю, размер платы снизили до апреля, к этому сроку должны утвердить новые цены. Давай.